Макалонами. Все зрязый. Да, долетает лампа. Сядь! Денис! Мы это говорили? Говорили, да? Да, конечно, я сказал, что там открытое пространство, а там лучше. Я говорю об АГЭСе. А, АГЭСе? Да. Ну, у них АГЭС будет. Они куда-то в другом месте тоже. Вольф на виску, Харва. Прием. Ну, звук оттуда. И был звук оттуда. Причем не один снайпер. Не один, не один. Это парочка сидит. Если не три. Причем один, ты видишь, звук крупняка, да, и звук СПД-шки. Разные винтовки, да. Еще разведка досекла. Донатый часто стреляет. Оттуда стрелял я. Вот. Значит, нихрена не подавлены огневые точки. Працює АГС, працює крупняк, працює снайпера. И что мы сейчас высадимся? В самому низу там болото. Прямо наліво. Треба стати трошки перескочити. Направо буде труби. Через ріку. Дальше дорога. Туда но пішов бас. Ти ж чуєш Донбас, то Донбасом прослували? А? Донбасом приблизить на трасі. Знаєш, вже хрячили ви. Донбас пішов з траси. Тут вже було, тут на болотах. Туда барс пішов. По ньому працювали по барсу? Походу, що так. І пропав. Тому я зразу не відступав. Повторіть. Треба барса.